Всем привет! Сегодня мы в гостях у студии Treyarch, и значит, что мы смотрим Call of Duty Black Ops 3. После небольшой презентации всех гостей пригласили на первое знакомство с игрой, освоить управление и новые фишки, которых тут немало. Например, герой теперь может бегать по стенам и совершать двойной прыжок, а также активно использует боевую магию, словно в каком-нибудь Скайриме. Только в Black Ops 3 это называется кибернетические способности, вроде дистанционного взрыва или натравливания на противника хищных нанороботов. Освоившись с управлением, гости решили, что они готовы к сражениям с командой разработчиков. Что же, вот в этой самой комнате и происходит все действие. Сейчас меня будут здесь бить и унижать, потому что сейчас мы будем играть в мультиплеер Call of Duty Black Ops 3. И тут началось страшное. По уровням носились дикие солдаты и убивали приглашенных чуть ли не голыми руками. Это унижение продолжалось ровно до тех пор, пока мы не поняли, надо усиленно тренироваться. Нахрапом ничего не добьешься. В этом году мы сделали классных персонажей, причем некоторых специально для мультиплеера. Все они киборги, а один даже робот. У них есть собственная история, у каждого свои спецспособности и оружие, всем они очень нравятся. Но чтобы научиться за них хорошо играть, придется попотеть. Очень много различных аспектов. Столько боли и унижения я не испытывал уже давно, потому что... Столько убийств, сколько прошло здесь за минуту со мной, я такого не припомню. Это что-то очень жестокое, ребята. Готовьтесь. Много режимов, много оружия, спецспособности для каждого персонажа и всеми любимые запросы авиаударов никуда не делись. Здесь можно вызвать на поле боя огромный летающий корабль, который будет не только бомбить всех подряд, но и сбрасывать боевых роботов, дронов, самонаводящиеся катящиеся бомбы и много что еще. Карты многоуровневые, есть где побегать и развернуться всем, от тех, кто любит ближний бой, до хитрецов, сидящих в засаде со снайперкой. Между прочим, недавно разработчики заявили о том, что после Нового года они выпустят специальный инструментарий, и игра будет поддерживать пользовательские модификации. Это значит, что появится много новых карт для мультиплеера, модификации оружия и героев, возможно, новые сюжетные моды. И, что немаловажно, обещают возможность создавать собственные сервера для игры. Но это все только в 2016 году, а до этого времени игроки смогут изучить все мультиплеерные режимы, входящие в основную версию, а их тут немало. Кроме соревновательных, есть еще два кооперативных, обычный сюжетный и специальный зомби-режим, а для самых-самых есть возможность самостоятельно задать правила для мультиплеера. Что же, мультиплеер Black Ops 3 я вчера посмотрел, и меня там разделали по полной программе, а вот в сингле, который сейчас начнется, вот тут-то я надеюсь, ну как минимум пройти до конца игру, а как максимум показать лучший результат. Начну сейчас, прямо вот и начну. Это история про кибернизацию человечества. Новые герои разбираются, кто они, люди или машины. Кстати, одного из главных героев сыграл Кристофер Мелони, есть и другие известные актеры. Например, в зомби-режиме у нас Джефф Голдблюм и Рон Перлман. Ну что же, игру я действительно прошел. Это были, пожалуй, самые... яркие воспоминания от игры, которую я прошел, вот так взял, сел, от начала до конца прошел. Тут было все, и полеты на самолетах, и даже уровень ужасов там был, как в каких-нибудь ужастиках типа Resident Evil. Очень круто было на самом деле. Очень серьезная история, пожалуй, это самая мрачная история в Call of Duty. Treyarch умеет сделать такой сюжет, чтобы прямо... голова заработала. Связи с прошлыми частями почти нет, лишь отдельные упоминания героев, вроде Менендеса или харизматичного Виктора Резнова. Дмитрий, finish those rats! Once again, you cheat death! И Резнов, и Мейсон, и Менендес из наших предыдущих игр отличные персонажи, но в Black Ops 3 мы сделали другую историю, другое будущее. Здесь новые уровни, новые крутые герои. Это не продолжение прошлых частей, это самостоятельное законченное произведение. Ах,
I can feel it taking over. Вот и пролетели 3 дня, которые я провел за Black Ops 3. За это время я прошел кампанию, почувствовал себя одно в мультиплеере, потом уже покачался, стал уже сам немножко рулить. Мы поиграли в отличный зомби режим. Это очень круто. Ребята, отличная музыка. Наш звукорежиссер отлично поработал вместе с композитором игры Джеком Воллом. Они трудились и над Black Ops 2, но в третьей части превзошли сами себя. Мы показывали им уровни, открывали подробности сюжета, и получился, пожалуй, один из самых замечательных игровых саундтреков. Очень красиво. How far can we push technology? I could not foresee this thing happening to you. В общем, я еще поиграю в мультиплеер и в зомби-мод, который здесь тоже очень крутой. А вам советую все-таки посмотреть Call of Duty в этом году. Очень крутая. Black Ops 3.